Покажу свой завтрак. У меня сегодня это омлет со шпинатом и сыром, из зелени листовой салат, черри. Сварила себе кашу из овсяных отрубей и 10 грамм сибирской клетчатки здесь. 100 грамм клубники, 5 грамм масла сливочного и теос. Теос можно на перекус оставить или на обед оставить. Если не наелись и долго не будете есть, можете сейчас его скушать. Можете вообще молочку вот так убрать, и у вас вот такой отличный все равно завтрак останется. И каша у нас почти как десерт, так как тут ягоды. Можно немного добавить в кашу сахарозаменителя. Показываю свой обед. У меня сегодня запеченная куриная грудка с большим количеством овощей, сыра, булочка из псельмы, овощи. У меня квашеная капуста, черри, зеленый листовой салат, но может овощи быть другие. На десерт клубника. И покажу свой ужин. Мы с вами приготовили вот такое мясо, типа шашлычка прям получилось у меня. Здесь у меня огурец и кабачок. Остатки кабачка у меня остались с обеда. Свежий кабачок, кстати, попробуйте, кто не пробовал. Молодые кабачки очень-очень вкусные. У меня здесь вот такой соус некалорийный. Очень нравится вот эта фирма. И сладкие соусы, и варенье, и джемы, и вот такие соусы. Типа, знаете, похож на майонез с дижонской горчицей. Тут горчица как раз тоже есть. Очень-очень вкусный соус. И 25 грамм можно сюда добавить. И к мясу, и к овощам будет очень-очень вкусно.